Я вітаю усіх глядачів телеканалу «Миколаїв» і запрошую на програму «Артпростір». З вами я, Галина Щерба. І просто зараз хочу нагадати вам дуже важливу річ, про яку ми всі добре знаємо, але у буденному житті трохи забуваємо. А справа у тому, що ми з вами дуже талановиті. У нас Миколаївщина неймовірно талановита і здібна. Тільки минулого тижня ми всі з замиранням серця спостерігали за карколомними стрибками нашого спортсмена Олександра Абраменка. А у програмі «Артпростір» вболівали за учасників програми «Рок проти джазу». А сьогодні я хочу представити вам зовсім інший колектив, зовсім іншу музику. Творчість цього колективу дістається найпотаємніших куточків вашого серця і зігріває його. Тому що це хор «Сонячний струм» при Миколаївському державному вищому музичному училищі. І саме для того, щоб представити вам цей колектив, ви завітали до нашої студії його керівник Юрій Черепухін і адміністратор Тетяна Курішко. Я вітаю вас у нашій студії. Добрий дуже вечір. Рада бачити вас. І будемо сьогодні говорити, представляти чудовий хор і слухати музику. Прекрасно, чарівно і дивовижно. Але спочатку я хочу познайомити вас більше із нашими гостями і підготувала візитку. Отже, візитна картка на нашого гостя, якого звати Юрій Черепухін. Юрій Черепухін – керівник хору «Сонячний струм» при Миколаївському державному вищому музичному училищі, завідувач відділу хорового диригування та академічного співу. 63 роки. Народився у Миколаєві. Закінчив Миколаївське музучилище, а потім Одеську державну консерваторію імені Нежданової. Починав музичну кар'єру співаком у хорі, яким зараз керує. Крім музики, захоплюється спортом, зокрема футболом. Ми посміхаємося разом із гостями і дивимося візитну картку на іще одну нашу гостю, на Тетяну Курішко. Тетяна Курішко – заступник директора з виховною роботою у Миколаївському державному вищому музичному училищі. Адміністратор хору «Сонячний струм». Закінчила музично-педагогічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту імені Белінського. Все життя пов'язує із діяльністю музучилища, організовує тут різні заходи і концерти. Крім музики, захоплюється футболом. Запекла вболівальниця. Отже, ми подивилися візитні картки на наших гостей, представили їх вам, а тепер поговоримо про колектив «Сонячний струм». У нього дуже давня і дуже славна історія, яку, я вважаю, повинні знати всі городяни і гості нашого міста, які, можливо, в цей час дивляться нашу програму. Отже, з якого року існує хор? Хор существує з 1959 року. Нічого собі. Це скоро ювілей. Да, да. Училище відкрите наше в 900-му році, але до війни, от до 59-го року, хора не було, хорового відділення не було. Вокальне було. А в нашому хорі поють і хормістера, дирижери, і вокалісти. За цей час змінилося і багато учасників хору, і декілька керівників. Я думаю, що городянам варто знати про тих талановитих людей, які, власне, зараз такий хор єдиний в нашому місті і в області? Ну, в області є смішані хори академічні, в області іменно, в районах є. А от в місті существує хор академічного направлення в педінституті в нашому. Ну, как-то они не часто выступают сейчас. Ансамбль «Гмирі» мы часто слышим, а хор я не слышу, поэтому ничего не могу сказать. Тобто у вас конкурентів немає? Ні, конкуренти всегда есть. Есть другие хоры конкуренты. Есть женский хор Островской. Это тоже у них академическое направление. Есть хороший хор народного направления. Ну, он Шпачинского был, сейчас Шпачинский там не руководит, там другой руководитель. Ну вот так вот, таких вот хоров, которые ставят оперы, кантаты, оратории, вот таких коллективов я не знаю в Николае.
Я думаю, що гріх говорити про хор і не слухати ту музику, яку він виконує. Давайте подивимося одну із музичних композицій, яку ми для вас, друзі, підготували. Сі тюни ми, ми пажитими,
сьогодні на парад-класі. Ми повертаємося до студії програми «Артпростір» і продовжимо говорити про хор «Сонячний струм». І для кожного хора важливо його репертуар. У вас він дуже різноплановий. Мабуть, краще ви скажете про це, ніж я. Більш професійно, да, більш цікаво. Звісно. Ну, гордість нашого репертуару – це постановка опер, безусловно. Это уже началось лет 10 тому назад. Поставлена была первая опера Рахманинова «Олега» во дворце. Мы показывали ее. К сожалению, только один раз. Вообще такие проекты, конечно, нужно показывать несколько раз, возить хотя бы по городам, но это связано, естественно, с финансами. И вот желание есть, а возможностей пока не было. «Олега» была, потом вторая была опера «Кармен». Мы фрагменты ее сегодня и бачимо у нашей программе. Да, хорошо. И «Кармен Бизе», и третья опера, которую мы поставили, полностью имеется в виду поставили, это Пьетро Маскани «Сельская честь» опера. Кроме этого, были еще постановки не полностью, фрагментов оперы. Это Вагнера «Тангейзер» мы ставили, «Норму» ставили тоже. Но это фрагменты. Все это ставилось нашими силами, нашим хором и нашими солистами. Иногда мы приглашали из Одессы, из Киева солистов оперных театров для помощи, для укрепления. Вот, таких постановок. Приезжал Анатолий Капустин из Одессы. Из Одессы приезжал Николай Суббота. Это такие ведущие солисты оперного театра. Приезжал Виктор Шевченко. Наш бывший випускник, а тепер соліст оперного театру в Одесі. Поставити оперу – це неймовірно складне завдання. Це треба стільки людей об'єднати єдиною ідеєю, щоб вони прониклися її духом, духом того часу, коли вона була написана, і видали на гора єдиний музичний твір. Що найскладніше вам у праці над такими великими музичними творами? Вот как раз этот момент, о котором вы сказали, собрать всех вместе. Это же не только хор, солисты, это еще и оркестр. Все это вместе, и сложностей много. Сложностей много. Допустим, работали дирижеры одни с оркестром, а в итоге дирижировала на концерте тоже наша бывшая выпускница Оксана Мадараш. Она заслуженная артистка, да, по-моему? Заслуженная артистка Украины. Украины. Да, она часто приезжает в Николаев, в филармонию. Дирижер национального, опереты. Театра опереты, да. Театра опереты. Вот это сложность в этом. И нехватка времени, потому что такие постановки даже профессионалы в оперных театрах ставят, у них есть какой-то срок более-менее, полгода, год, по-разному. Несколько лет некоторые оперы ставят крупные. «Аиду», если начать ставить, то это надо там 4 часа музыки. Вот. В театре працює стаціонарний колектив. У вас же учбовий процес. Правда? Я розумію, з якими труднощами вам доводиться стикатися. Ви набираєте людей зовсім молодих. А потім, коли трошечки чомусь навчилися, вони залишають і хори, і улюблені, чи менш улюблений навчальний заклад. Ну, в этом вся сложность, в общем-то. Потому что, когда уже одни курсы научены, студенты, вот, и приходится с ними расставаться, потому что они заканчивают наше учебное заведение. А те ребята, которые пришли, они, безусловно, талантливы, потому что они уже поступили к нам в училище. И с ними нужно проводить очень большую работу. Поэтому, ну, самая главная задача, безусловно, это дать очень хорошее, профессиональное, базовое музыкальное образование. Поэтому здесь первоначально ставятся такие задачи. Ну, а концертная деятельность, тем более конкурсная, она ребятам идет только на пользу, потому что это и приобретение опыта, это и конкурентоспособность, которую ребята наблюдают, выезжая на различные конкурсы, тем более за границу. Вот, и, скажем так, творческий рост очень большой. Поэтому... Сучасна молодь, вона така дуже амбітна, вона дуже класна, така дуже розумна і прагне чогось досягнути. І кожен приходить
він вже є якоюсь особистістю. І я думаю, що і в музичному плані також, хоча багато чому треба вчитися. Людина без досвіду, але з талантом, з певними, з музичними амбіціями. Як вдається із унікальних особин, так, індивідуалістів, по суті, зробити єдиний колектив і потім втілити ще це і у великому творчому процесі, всіх об'єднати? Ви знаєте, це не дуже складно. Правда? Да, дело в том, что они личности, как люди просто, а как музыканты, они еще не опытные, они для мамы личности. Вот они на кухне запели, мама плачет, и ты самый хороший певец, самый ты самый хороший, самый талантливый, да. А когда они приходят сюда, они получают образование, они понимают, что это очень сложно. И все, что, то, что они умели, это мелочи. Треба залишити для мамы. Да. И начинается уже просто учеба. И они, это как чистый лист для нас. И сложности никакой там не испытываем мы. Если человек хочет добиться, он добивается своего. Есть, конечно, как везде, хорошие ученики, плохие ученики. У нас все хорошие. И потом выдается чудове звучание. А ми продовжимо програму «Арт-простір» на телеканалі «Миколаїв». І нагадую, сьогодні говоримо про хор «Сонячний струм». До речі, скажіть, будь ласка, а чому «Сонячний струм»? Що такого сонячного? Це дуже цікава історія, і Миколай може зараз розказати. Розкажи. Ну, в 84-му году наш колектив виїжджав на конкурс, очень престижний, європейський конкурс, который проходил в Венгрии, в Дебрецене. И одним из произведений, которое было в репертуаре нашего хорового коллектива, было произведение, которое называлось «Сонячный струм». Замечательного украинского композитора Леся Васильевна Дичко, с которой мы много лет уже дружим. Вот, и очень успешное выступление на этом конкурсе, с которого мы привезли, скажем так, первую премию. Вот послужило, наверное, тому, что мы обратились с большой просьбой к Лесе Васильевне, и она любезно согласилась, что имя нашего хора теперь будет звучать от названия ее произведения. Вот поэтому наш коллектив сегодня носит такое замечательное название «Сонячний струм». Не только у хора цікава и давняя история, а еще и у назви також є своя легенда. Я хочу добавить, что это произведение она как раз написала для нашего хора. Он тогда не имел названия вообще, просто хор музыкального училища. Вот. Это очень приятно, насправді, так, мати власний твір. Да. Ви дуже багато гастролюєте і берете участь, не гастролюєте, це неправильне, мабуть, слово, берете участь у конкурсах. Дуже потужних, дуже важливих, і не тільки в Україні. Вас знають і за межами нашої держави. Скажіть, будь ласка, як зустрічають? Де ви були і як вас зустрічали? Як вас приймають? Ну, я хочу сказати, що були ми, тут дипломи лежать, там, може, камера покаже. А самая важная поездка і самая весомая поездка, это, я думаю, поездка і самая оригинальная и красивая. Это поездка, я думаю, в Баден. Баден, не Баден-Баден, как часто путают, а именно в Баден. Не в Германию, а в Австрию мы ездили. Там все было интересно. Во-первых, конкурс. Заявки подали свыше 200 коллективов. А отобрать у них по принципу, отобрать они должны только 10 коллективов. И вот мы попали в эту десятку. Я сам не верил, как это произошло, потому что люди со всего мира, из разных континентов, американцы были, и латиноамериканцы были, и Штаты, Канада. Думаю, что вы много анализировали, думали и дійшли висновку, чому саме ви потрапили в цю десятку? Ну, я не знаю. Що зацікавило конкурсну комісію? Я не знаю, может быть, тот репертуар, который мы тогда взяли, Таня Алексеева на украинские хвили произведения. Это я отдельно еще будет разговор. Юрий Николаевич скромничает, конечно. Дело в том, что еще качество исполнения, которое, в общем-то, убедило комиссию, от которой зависело принятие решения, кого пригласить на этот конкурс, в десятку. Вот, я так думаю, что Юрий Николаевич здесь поскромничал, конечно, потому что работа проделана была огромная. Я уявляю. Руководителем, безусловно. К конкурсу готовятся. Ну вот мы готовимся год, потому что мы не можем позволить больше готовиться. Меняется коллектив просто. Цілий рік готуєтеся до одного конкурсу? Да. Ну, кроме, ну,
Безусловно, еще учебная работа. Безусловно, выполняем какие-то другие требования, которые к нам представлены. И приехали в Баден. В это время были выборы здесь, на Украине. И мы, как законопослушные граждане, мы пошли там, поехали в Вену, да. Пришли в посольство Украины, проголосовали там, попели там в посольстве. Все это понравилось, посол вышел, благодарил нас. Мы не просто попели, мы спели гимн Украины, и все, кто приехали из разных уголков, извините, Юрий Николаевич, Австрии, голосовать ими, потому что единственный участок на всю страну, все украинцы, которые там в этот момент присутствовали, да, все вокруг нас собрались. Это был такой фурор, это было настолько неожиданно для всех, что вышел посол, да, Юрий Николаевич? Да, вышел посол. И это очень важно, я думаю, что вы очень поддерживали тех людей, которые приехали с какой-то певной политической метой, але вони відчули ось такий дух України, дух рідного дому. Да. Ну, а по поводу конкурса, естественно, я говорю, это, наверное, самый серьезный конкурс, на котором мы были. Там такая смесь, там выступают ученические коллективы вместе с профессиональными. И, то есть нету градации. На других конкурсах есть такое. Вот профессионалы, в Хайновке, допустим, когда мы выступали в Польше. Вот профессионалы, это категория одна. Ученические хоры, там тоже несправедливо получается. Ученические хоры, детские музыкальные школы, вот такие детки, такие училища, как мы, и консерватории. То есть, ну, это разные категории. Связано тоже с финансами, они рассказывали. Тогда нужно больше финансирования и так дальше, если разделять эти все категории. Ну, вот там вот мы выступали с профессионалами в Бадене. Мы взяли там серебро. Это единственное серебро, которое мы взяли, так все остальное золото. Но это серебро, оно значительно, конечно, выше всего того золота, которое мы взяли в других странах. Вот мы были, вначале мы поехали в Одессу нашу родную, потому что почти все наши выпускники едут поступать в Одесскую консерваторию. Я выпускник Одесской консерватории, много педагогов выпускники Одесской консерватории. Там взяли на конкурсе «Южная Пальмира» первое место. Потом поехали, думали, надо уже за границу выезжать. Вы решили и сделали это. Да, поехали в Прагу, на конкурс «Прага-Моцарт», тоже первое место взяли мы там. После этого мы поехали в Наместово, это Словакия. Мандрували, отже, так, не сидиться вам на місці. И зараз я знаю, что вы також готуетесь до важливого конкурсу, здається, у Швеції буде відбуватися, так? Да, он так, на полпути в Швецию. Попути в Швецию, скажем так, на пароме. Он, да, проводится весь конкурс на пароме. Ничего. Паром Рига-Стокгольм. И вот там вот во время переезда ночного вот этот конкурс проводится. Ну, для творчої людини и для творчого коллектива важлива якась атмосфера, дуже творча така, щоб надихнутися від романтики і видати весь той репертуар, що запланували. Ви сказали тільки про опери, а у вас ще, я знаю, багато творів, які ви виконуєте, вартих для прослуховування, вартих для того, щоб їх знали. І в нас всього декілька хвилин залишається, я думаю, що ми встигнемо сказати і запросити наших глядачів. Я, наприклад, горжусь тим, що ми виконуємо произведення наших українських авторів і ніколаївських, в частності. Наприклад, Татьяна Яровая есть такая композиторка. Николай, мы поем ее произведения. Поем произведения
нашего педагога, которая работает. Вот Володя Алексеева, супруга Татьяна Алексеева, она нам написала произведение «На украинских вылей». Поем ее произведение. Олег Таганов тоже. Поем его произведение. Ну, Леся Дычков, безусловно, Татьяна Ишвили. Это уже киевские композиторы, Михаил Шух. Все это украинские авторы, которых нам приятно популяризировать. И мы этим занимаемся. Скажіть, будь ласка, городяни, гості міста, де можуть побачити виступ колективу найближчим часом? Навесні буде концерт? Чи ви їдете на паром? Ні, ну ми концерт, мабуть, вже до від'їзду проводити ніякого не будемо. Тому що у нас і так багато часу ушло на підготовку. Крім цієї діяльності, у нас є ще друга діяльність. Государственні екзамени, які ми поємо, недавно проводили. Пока еще не международный, значит, будет международным. А его обещают сделать международным конкурс со следующего года. Конкурс дирижеров. Приезжали конкурсы со всей Украины, со всех консерваторий Украины, и из музыкальных училищ Украины, и на базе нашего хора они работали. Вот это тоже наша такая работа, очень интересная. Все одно я пропоную миколаївцям стежити за афішами и не пропустити, коли буде виступати хор «Сонячний струм», правда? Ну, я так думаю, что ближайший концерт, в котором мы будем брать участие, наш коллектив будет, это будет концерт к Дню Победы, потому что мы каждый год участвуем в этих концертах, они уже, скажем так, горожане хорошо знают эти концерты и приходят на них, потому что они проводятся под открытым небом перед дворцом. Областным дворцом культуры нашей. 8 мая каждый 8 год. Мая каждый год. И мы всегда берем там, наш коллектив всегда берет там участие. А если немножечко вот закончить тему конкурсов, то сегодня достаточно непростое время. И очень сложно выезжать сегодня на конкурсы. Ну, в первую очередь материально очень сложно. И, вы знаете, просто хочется сказать добрые слова тем людям, которые сегодня, несмотря ни на что, нам очень много помогают. В первую очередь, это директор нашего училища, заслуженный деятель искусства Украины Сирота Антохич. Он очень много делает и для нашего коллектива, для того, чтобы мы сегодня могли, имели возможность поехать на конкурсы, и для других коллективов нашего училища, потому что в училище очень много коллективов. И сегодня это достаточно сложно. Мы все знаем, что времена такие, ну, и материально очень сложные студентам. Вот, и очень приятно, когда тебя поддерживают, когда в тебя верят, и это придает очень много сил. И, в общем, очень радостно, когда мы приезжаем, мы понимаем, что все, что мы сделали, это произошло не зря, мы приезжаем с победой, поэтому у нас, скажем так, цели всегда, стараемся достигать тих целей, які ми перед собою ставимо. Ну і знаєте, що у вас є підтримка городян, підтримка миколаївців. Я дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Приємного вам вечора. І завершуємо ми, звичайно, на музичній ноті. Дивимося, слухаємо, прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі.